Здравствуйте, дорогие гости канала и подписчики, с вами Толстых Александр, и сегодня я продолжаю рассказывать анекдоты. Больной: доктор, у меня живот болит. Хирург: надо уши отрезать. Мужчина в ужасе прибегает к терапевту: у меня живот болит, я был у хирурга, он сказал, надо уши отрезать. Ох уж эти хирурги, вздыхает терапевт, все им надо отрезать. На тебе таблетку, сами отвалятся. Почувствовав недомогание, Петя обратился к врачу. Доктор долго осматривает его и говорит: «Я не могу понять, что с вами, но думаю, что это из-за алкоголя». «Хорошо», — отвечает Петя, — «я вернусь, когда вы протрезвеете». Хирург говорит очнувшемуся после наркоза пациенту: «Поздравляю вас, операция прошла успешно». «Спасибо, доктор, но я заходил в операционную только для того, чтобы починить водопроводный кран». Дама пожаловалась одному рассеянному ученому, что у нее нет детей. «Скажите, а может быть это наследственное?» — говорит ученый. «У вашей матери были дети?» «Санька, ты видишь звезды?» «Да, вижу». «Блин, вставай, у нас палатку украли». Вот и все анекдоты на сегодня. Спасибо за просмотр. С вами был Толстых Александр. Всем пока.